Здрасте. Вчера, получается, колонна шла обратно. Дубовязовка 10 километров отсюда. Два тигра, получается, два тигра, тайфун. И что-то там еще, что-то какая-то техника шла. Тигра, короче, так захуярили, что, короче, типы с тигра на 4 метра повыскакивали с этой машины, нахуй. Переломы открытые. Да. Переломы открытые, короче, вся вот эта ебала там, пиздец, смотреть невозможно было. Хуй его знает, что как будет. А мы 100% завтра, наверное, послезавтра уедем. В Теткино уедем обратно, а там уже с Теткино будет передислокация. Ну и, наверное, в Донецкую Народную Республику. Что в ДНР делать будете? Не знаю. По рассказам пацанов, которые там, получается, с нашим начальником Смирновым находятся в Брянской области. Говорят, что просто полный пиздец. Там все отказываются ехать. Все не хотят ехать, короче. На них заводят документы и увольняют, типа, нахуй. А Смирнов, наш начальник, говорит, почувствовал себя героем, блядь. Перед, на передок пацанов отправляет, типа, на УАЗиках, на личный состав ему похуй. Лишь бы, короче, только нахуй отправить кого-то, либо, и все. Что будет, как будет, по хуям.